have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и я тут обнаружил заклинание света. Да, наконец-то. Я просто загрузился, чтобы это сейчас случилось все при вас. Просто я наступил на кнопку, и просто открылась дверь. Я не хочу туда идти. Давайте я сначала сюда схожу. Тут, конечно, о безопасности говорить глупо в этой игре, но... мне кажется, тут безопасней. Данж! Ну-ка, тайник. Чё, типа прямым текстом? Тайник, иди забирай. Так, у нас, между прочим, два золотых ключика. Чё-то дверок-то мы давно... Ой, блин, это же... это вот это местечко, если что, с которого дракон стартовал. Хочу ли я тут вот так вот прям ходить? Собаки. Да что? Да какой, блин, промах. Блин, мясо с них так хорошенько сыпется. Да ну хорош мазать-то, ребят, ну. У них прям выпады по 3, по 4 выпада. Чего вы тут охраняли-то? Отдай сюрикен. Отмычку охраняли. У меня их уже две. Перчаточки. Перчаточки, погоди. У меня еще вот танк не одет. Кожаные перчатки. А, так там еще крысюки есть. Погоди. Блин. Ребята яд очень не любят. Вот начинается, надо добить два промаха. Мясо. Все любят мясо. Кроме перегруженных людей. Перегруженные люди не любят мясо. Проверено. Хорошо. Что за фигня? Что-то я там про золотые ключики говорил, да? Ладно. Ну, давайте смотреть, что это. Да не ты, вот ты. Выглядит как погремушка для мага. Так. Нектаровый посох. Энергия плюс 5. Требуется концентрация 2, сила воли 1. А что мне с посохом? Погоди. Это что за... Уйди нафиг. Это что за посох? Боевой посох. Урон. Легкое двуручное оружие. Погоди, это не магический посох, это боевой. Все, я понял. Ты у нас кто? Энергия 5. Концентрация требуется 1. Энергия 5. А ты у нас... Энергия 5 и сила воли 1. Волшебный посох, изготовленный из ветви нектарового дерева. Блин, а оно мне нужно? Что мне сила воли подымет? Определяет максимальное количество очков энергии. Скорость ее восполнения, сила воли также повышает стойкость к холоду. Навыки. Концентрация.
Хочу ли я тратить... По сути, у меня точно такой же посох. Но этот один дает к силе воли. Это 5 манны лишние. То есть реально 5 энергии и 1 сила воли. И вот, минуточку, этот у меня сейчас 228, 233. Дает 5. И дает еще 5. А, блин, я не знаю, я не уверен. Не знаю, ребят, я загрузился по той простой причине. Смотрите, у меня сила воли 22. То есть, ладно, вы знаете, там, стойкость к огню 2 или что такое, если бы сила воли там прям на 10, на 15 увеличивала бы. А так она увеличивает на 5. И через задницу. Не попал, дурак. Нет! Хватит меня преследовать. Блин, у меня магии нету. Нож улетел куда-то. Погодите, я такие фишки тоже знаю. Я сначала отдохну. Ну его нафиг. Я сейчас возьму этот молоточек, а мне потом так по голове понастучат. Ой, блин, ночь. А это у нас рабочее заклинание сейчас. Все, я понял. Ну, пойдемте, что ли. Я сначала воблу заберу. Пульки сюда стакнем. Что там за стены? Как будто портал, не портал. А, это я себе шорткат открыл. Все. Моя твоя понимать. Что по молотку? Требуется тяжелое оружие. Так. Игнорирует 5 единиц брони. 9.27. Погоди, у тебя же есть. У тебя даже одного тяжелого оружия нет. Так ты бычара. Ладно. Так, рюкзак. Вот эту вот кость положи на это место, пожалуйста. И... Так, факел почти догоревший тоже положи, пожалуйста. Факел догоревший тоже сбрось, пожалуйста. Палец. Легкое оружие. Да, с этой палицей, кстати, чтобы не париться. 4.13, 5.15, 6.18. Блин, рапиру я, наверное, выложу тоже. Она красивая, конечно, но... мачете мы сюда закинем. Палец я вот эту выложу. Ну, не к чему просто, не к чему. Мне нужен вот этот боевой молот. 9.27. 5 единиц защиты вражеской брони. Блин, круто. Хочу. 4-5. Не знаю, вам не нужно в тяжелое оружие следующий уровень закинуть. Когда он будет, я уж не знаю. Хорошая штука. Погодите, а зачем мне назад? Я ж там собирался... Не знаю, вот это очень сомнительная тема. Я не уверен, что хочу. И, между прочим, у нас же там данж был. Который мы не сходили. Соединение. С чем? Не, ребят, стойте. Я пока не забыл. Я сейчас сначала в тот данж нырну. Потому что мы его нашли довольно давно. Ну, не то, что довольно давно. Мы уже довольно далеко от него отошли. Вот что я хочу сказать. Тут еще тупо этот вход в замок маячит. Тоже, знаете, такое. Так. Ну, посмотрим, что тут. Кто вообще переключить надо на меч?
крыса. Ха-ха. Ну, ему что-то прилетает, конечно, блин, их там... Они больно дерутся, если чё. И у них много жизней. Мне кажется, мне нужно будет отступить. Что-то у него там истерика какая-то началась. Твоя энергия не восстанавливается. Ранение. Как я этому рад. Пойдем быстренько к кристальчику смотаемся. Ранение в пах. Энергия не восстанавливается. Вот так, как в жизни прям, да? Тебе дали разочки, ты такой сидишь. Так, ладно. Поехали дальше. Посмотрим, что мы этим крысам сможем противопоставить. Одну мы замочили. Это, конечно, радует, но, блин, они прям жесткие. Они еще в первых подземельях были жесткие, а сейчас, не знаю, вроде я прокачался, вроде какие-то шмотки взял, а они меня все равно избивают, твари. Че за абсурд? Ну, то есть, а я другого выхода не вижу. Мне их сжечь? Кто их сюда отправил, этих крысюков? Так, я что же стрелять могу? Кадости мелкая. А, ну... Я могу стрелять и промахиваться. Вот как это называется. Еще один золотой... Вы издеваетесь, их у меня уже три. Блин, может... Может в этой игре не так, как в прошлой? Может тут не надо так жестко экономить? Ну, то есть, реально, ребят... Может просто стоит брать и... Брать? Все, что мне предлагают. Вы мне предлагаете потратить 500 этих золотых ключей, да? Я понял. Дружище, знаешь что? Предлагаю тебе отъехать. Ну так возьми. Я не знаю, не все ножи подбираются. Тут тайник колдуна. Тут тайник паладина. Тут тайник вора. А там что? Тайник заклинателя змей. Во-первых, вот так. Надо восстановиться полностью. Так, ты у нас тоже проголодался. На, мне как раз мясцо надо скармливать вам. Тут мне предлагают... Все. Я сначала такой, блин, а что так много ключей, все дела, а потом... Мне вот просто здесь предлагают 4 ключа слить. Ну, такие, нормально. У меня их 3. А что я хочу вообще от этой жизни? Ну, давайте смотреть, сохраняться, смотреть. Там лук. Я что-то немножечко сомневаюсь, что я вообще хоть что-то отсюда заберу. Ну, ладно, давайте смотреть. Во-первых. Чё за лук? Тут дает 6.18, этот дает 8.24, кстати. Плюс отмычечка, которых у меня уже 4. Плюс стрелы. Плюс бутылка. Навыки.
Огнестрельная, метательная, стрелковая. Как-то у нас стрелковая, не огнестрельная. Вот что интересно. На каждой очко навыка оружие увеличивает на 20%. На четвертом уровне навык стрелкового будет игнорировать 20% в броне. Так, хорошо, огнестрельная. Так. Также снизится шанс получить осечку. На пятом уровне ты забудешь про осечки. То есть это не увеличивает, это не увеличивает урон, это увеличивает нам чисто... Хорошо, это дает нам отмычку, хороший лук и пару бутылочек. Я сейчас все пооткрываю, потом если что загрузится. Если я захочу загрузиться. Шар. Шар дает энергия 15. О-о-о. Свет. Особая атака, расход энергии, требуется концентрация. Удержите кнопку атаки, чтобы использовать. Вот это хорошая штука. Согласен, шарик мне бы понадобился. Пожалуй, вот так вот его поставить во вторую руку прям было бы хорошо. И штаны магические. Сила воли 1, защита 3, абсолютная стойкость. Оу. Ну, смотрите, там я за один ключик получаю плюс 1 к силе воли. Здесь я получаю шар, который так дает 15 энергии, а не 5. И плюс штанцы, которые дают еще одну силу воли. То есть размен этого ключа, естественно, гораздо лучше, чем потратить его наверху. Тайник для мага мне нравится. Наверное, я его оставлю. Да и вообще для лучника мне тоже нравится. Посмотрим, что здесь. Огненный меч. 8 на 24. Такой же, как у меня. Требуется концентрация 1. 3-7. Точно такой же, но только огненный. Ну, зелька, берсерка, не знаю, такое себе. А, вот. Блин, значит, тяжелый щит, уклонение 4. Просто уклонение 4. Так, ладно, погодите. Давайте посмотрим на тайник заклинателя змей. Стойте, это что, браслет, да? Змеиный браслет, защита 2, стойкость к яду 50. Точно, он у нас был в первой игре, кстати, хорошая вещь. Так, ну, во-первых, да. Во-вторых, что за веревка? Веревка. Перед ожидания 4,5 секунды. Нажмите, чтобы использовать. Длинная и прочная. Лучший помощник всех бывалых скалолазов. Вот это мне нравится. И какой-то свиток. Свиток у нас... Ядовитый щит. Свиток, честно говоря, так себе. Потому что я магию земли... Нет, я один качнул, но все равно ей нужно 3 магии земли. Блин. Веревка это очень, на мой взгляд, ну, такая, ну, не, блин, я не знаю, ну, нужная, конечно, вещь, я просто не знаю пока что, где она будет нужная. Хорошо, значит, что мы делаем? Мы, наверное, оставляем вот этот тайник себе. И пойду-ка я, наверное, еще и тайник мага открою. Оп, как-то я не подобрал такую драгоценность. Ты у нас тайник вора. А там еще и отмычка, кстати, есть. А, отмычка тоже вещь хорошая. Тайник колдуна. Тайник колдуна нужен 100%. Блин. Где я заберу себе вот эту вот штуку? И вот эту вот штуку. И вот эту вот штуку. А. Блин, а что из них лучше? Это защита 1. Это защита 3, понятно, что лучше. Защита 4. Ну, эта штука магическая. Так, вот эти штаны рваные мы, наверное, тут оставим. Ну, как ненужное что-то. Так. Лук, хороший, стрелы и зелька. Здесь огненный меч.
хороший щит и зелье ярости. Ну, то есть, щит я не знаю. Насчет... Так. Это у нас вот это. Вот это. Хорошо. Не знаю, ребят. Я считаю, что пока давайте вот так вот все оставим. Вот эти вот две прибамбасины возьмем с собой. То есть, веревку я забрал. Где она там была? Вот. Веревка есть. Период использования. А как? А, вот, все, я понял. Здесь не... Это мы можем спуститься на веревке с какого-то места. Посмотрим. Мне это кажется очень полезным. Хорошо. Теперь получается у нас там еще одно подземелье. Давайте туда слазим. Мне кажется, вполне приемлемо. Там у нас вот это вот, ну просто вот это я не вижу смысла открывать. Выглядит оно, конечно, все красиво, презентабельно. Оставим себе один ключик на всякий случай. Мало ли. Он нам пригодится. Но я уверен, что он нам пригодится. Я аж подумал, что тут что-то новое заспавнилось. Пик. Это я сам туда положил. Так, и теперь нам... А! Все правильно. Я не в ту сторону пошел. Подземелье-то здесь. Итак, соединение. Воу-воу-воу-воу, погодите. Это у нас тайник здесь. Что-то очень красивый. Коридорчики вы не находите? Стамбрическое прибрежье. Что? Берег погибших кораблей. Это шорткаты какие-то? Мрачные топи. Тут порталы должны появляться. Выглядит как будто да. И что вот это вот за дверка? Ну хорошо. Пойдем. Сходим. Прикиньте, это шорткаты. Офигеть. Кстати, вот эта вот морда, видите? Она выключена, я только сейчас ее заметил. И портал не исчезает. Он просто активируется и остается. Эта система порталов шорткатов офигенно просто. То есть, они прямым текстом говорят, чувак, это тебе бэктрекить и бэктрекить еще. Хорошо. Блин, а что там вон то место возле... возле кристалла, куда я не сходил? Тут же недалеко, давайте мы отнемся. Или я там что-то не заметил, или туда невозможно пройти. Потом еще сюда внутрь в замок надо будет зайти. А, еще и сюда можно, кстати, сходить. Просто место, куда я не зашел. Просто бонусы. Больше ничего. Очень странно. Ну, допустим. Хорошо. Сюда или в замок? В замок или сюда? Давайте сначала, наверное, сюда. Чертовы, не знаю, посмотрим. Тут кристалл недалеко. Ой-ё. Ах, где это я? Мрачные топи. Это другая локация.
Давайте, ну, понятно, что это был переход между локациями, но все же хотелось посмотреть, что это. Давайте тогда в замок, поскольку замок у нас находится на этой территории. А, сюда мне нужно будет 4 камня принести. Тогда... Ёпперес, это я... Я это, да, немножечко только что чуть не испортил атмосферу. Я подошел, оно как глянет на меня. Испугались, такой, обосрался. Ёлки-палки. Так. Что у нас по этой локации? Ну, получается, что она все, наверное. Вот это выглядит как секретка. Я уверен, что там есть секретка. Погодите, а как туда попасть? А, нет, это вот эти вот кусты. Это не секретка. Так. Так, 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 так. Давайте я тут карту-то дорисую себе, чтобы... А что тут? Зачем тут этот проход? С той стороны его нету. Зачем он здесь? Тут ничего не бывает просто так. Ребят, ну вы чё? Так, хорошо. Значит, получается у нас через те ножи есть ливневый островок, где я пока что не могу решить никак задачу с камушком, как его оттуда выкатить. Честно, не знаю, но я думаю, что оно мне... А, там проход еще в другую сторону, кстати, есть. Можно туда пойти. А можно пойти... Ну, хорошо, знаете... Давайте туда. Мы там уже начали немножечко колупаться, потому что вот эти топи... мы туда просто зашли и вышли, а здесь я вроде как уже что-то начал делать. Поэтому пойдемте сюда. Перейдем в эту локу. Вот, здесь можно пойти налево. Не знаю, что оно мне даст. Письмо в дупле. Чтоб ты не одуплялся, да? Значит, письмо. Дорогой гость, уверен, ты найдешь полезной эту карту острова. Прошу обратить внимание на некоторые ключевые места, чтобы освоиться в своем новом доме. Увы, вероятно, твое пребывание на острове будет весьма коротким. Мои... Что, блин? Мои минотавры... Кто? Короче, зверски голодный. Прямо на... Почерк реально малюсенький-малюсенький. Прям вот вообще читать не знаю. Прямо на север, над самыми верхушками деревьев, виднеется великая пирамида Умаса. На западе расположены руины... руины... Тезарума, огромное подземелье, переоборудованное мною специально для тебя. За руинами находятся еще более древние места, но тебе не стоит о них задумываться, ведь ожидающие тебя испытания лежат за гранью твоих возможностей. Наконец, к востоку ты обнаружишь кладбищенские земли, где находится немало... загадочных персонажей. Тебе предстоит выбрать, в каком из этих местечек ты сложишь свою бедовую голову. Очень оптимистично. Мне прям нравится. Карта. Понял, спасибо. Карту я, пожалуй, оставлю. Эта фишка с под водой, я не знаю, я смогу как-то, у меня будет заклинание, может быть, для дышания под водой, дыхания под водой. Я страж моста, разбуди меня.
Страж моста. Разбуди меня. Но разбудить я могу тебя только, наверное... Где эта штука была? Даже не. Ну ладно. Страж моста, разбуди меня. Но я тебе подудел. Я тебя в тебя пострелял. Что тебе еще не нравится? Блин. Ну я же говорю, фишка с водой мне вот не нравится, но... Вроде как мне предлагают идти туда, хотя я не уверен. В общем, я подумал, что раз уж лазить под водой, то сначала нужно исследовать вот эту вот водную локацию. Там, оказывается, тоже подводный переход на другую локу. И здесь у нас переход на другую локу. Но самое интересное, я вспомнил про вот этот вот камушек, который у нас находится здесь, на почти исследованной локации. И знаете, в чем прикол? Пока я тут ходил, смотрел всякое такое, что да как, да где, минуточку, свет. Спасибо. Я кое-что увидел. Вон там, вон, я причем ходил здесь днем, вон там впереди есть лестница. Можно сделать вот так. Вот, собственно, о, тут какие-то шмотки. Погодите, вот этого я не видел. Так этот камушек, собственно, и подбирается, насколько я понял. Да. Так, что за шмоточки-то? Что я подобрал? Защита 4, уклонение 2. Легкая броня. Легкая броня у меня есть. Ну, во-первых, да, одеваем. Во-вторых, так, у крысюка есть? Вот у тебя перчаток нет, на, держи. А что за капюшон? Изодранный. Кто его так и задрал-то? Ну, хорошо. У нас такой же у тебя. У тебя какой-то другой. Что ты даешь вообще? Сила минус 2, уклонение плюс 5. Блин. Может, мне не стоит ему минус силу, знаете? Это все-таки мой... основной ударяющий. На тебе уклонение. Просто немножечко. А силу минус 2, это можно магу закинуть. Ему не страшно. И я тут пока под водой бегал. Тут вроде как какая-то еще штука была. А, да, вот. Блин. Блин. Я их заметил, эти бомбы, но не взял. Вот теперь взял. Может быть, там еще что-то. На самом деле, вообще, без понятия. Так что, ладно. Ту штуку с философским камнем я пока не знаю, как решить. Давайте походим, посмотрим, что у нас еще тут может быть. Я хочу посмотреть там, где стены в основном. Может, я на стенах все-таки что-то где-то попропускал. Так, тут у нас... А, записочка, если... Да, там поднимаются ворота. Насчет философского камня, наверное, уже будем как-то в следующей серии это все решать. Я не знаю. Мне вот это вот место смущает. Там портал за стеной. Я там не был. И тут нет никакой ни кнопки, ничего. И то, что... Все есть на стыке четырех сторон. Это очень загадочно. Мне... Так. Тут ничего нигде нету. Тут нигде ничего нету. Да, эти порталы просто возвращают. Просто, ну вот это вот, этот уголочек. Зачем? Вот я в портал прошел и пошел дальше. А зачем тогда вот этот уголочек тут нужен? Ничего тут нигде нету. Сейчас. А это было? Погодите.
Стоп. F5-очку. Куда это вообще? Так это то же самое. Это тот портал за стеной, который меня смущал. Сыр. Сыр-то хорошо. Вы издеваетесь? Это кнопка? Секрет. Так, последняя отмычка. Поехали. Перчатки. Защита 5. О, деревянные поножи. Погодите, у нас же у мага деревянные шмотки, да? Это у нас уклонение минус 5. Это легкая броня. Защита 3, энергия 5. И поножи... Еще энергия 5. А, это штаны. Ну да, поножи, собственно. Абсолютная стойкость. И сила воли. А это энергия. Погодите, погодите, погодите. Статус... Что значит абсолютная стойкость? Ну, сила воли один, это понятно. Сила воли у нас влияет на... Абсолютная стойкость 10. Это... Типа, ко всему сразу, что ли? Знаете, в чем прикол? Эти штаны, они... Блин. Они 5 энергии дают. Энергия, это, кстати, у нас также и... Ну да, это магия. 32, 47, 81, 253. Так... Защита. А, защита 12. А, ну защита 3, да. А, абсолютная стойкость. 253. А с этим... Столько же, 253. Только уклонение... Нет, получается, эти деревянные штанцы, они похуже. О! Это интересно. Защита 3, энергия 5. Защита 4. Знаете, в чем прикол? Похоже, они мне будут сейчас даже... Может, вот... Да, давайте вот эти поменяем. Тут, кстати, у нас перчи какие-то. Защита, ловкость. Тростниковые рукавицы, кстати, которые уклонение дают. Но легкая броня. Легкая броня-то у нас... не прокачана, но... Блин... Вроде как бьют по вот этим. Ладно, посмотрим, как это будет. Эти штаны я пока что тут оставлю. У тебя перчатки есть? Нет? Вот тебе уклонение... А, ловкость плюс 1. Погодите. Тут у нас сколько ловкости? Я что-то немножечко... Ловкость 17, ловкость 8. Ну, да, наверное, можно тебе один ловкости прибавить, чтобы ты... Защиту, ну, защиту поднять и ловкость немножко прибавить. Ладно. Нет, шмотки хорошие. Оу. Я не против. Вот так. А что вот это за кнопка была и что она открыла? Причем странный такой секрет. Чтобы его открыть, нужно дернуть за рычаг, который находится здесь же. А, ладно. А, этот... Открылась теперь стена к этому порталу, которая вот тут была закрыта, или что? Кстати, возможно. Вообще не знаю, что происходит. Ладно, ребят. О, а там есть местечко, куда я не заглядывал? Погодите. Вот тут я был. Или что? Это место тоже как-то выглядит. А. Ладно, значит, по сути, у нас есть сейчас парочка... Я, кстати, пока тут шарился, вон там под водой лазил, все, я подобрал тот череп, я вам говорил, что возле кристалла есть череп, я его тогда заметил, потом пропустил. Да, я за ним вернулся, я его подобрал. Что где открылось-то? Ну, то есть, я же там внутри секретки нажал кнопочку, что-то же должно было где-то открыться. Наверное. Не знаю, не знаю, не знаю. Посмотрим.
Может, та кнопочка была, кстати, на время. Вообще не исключено. Что у нас тут есть? Тут у нас, кстати, разбитая черепушка есть. Хилочку мы восстановили. В общем-то, как-то вот так, наверное, ребят, будем заканчивать серию. Я просто не знаю, что мне дальше делать. Я тут подумаю, посмотрю. Мы с вами уже в следующий раз начнем следующую серию не ступняка, а с того момента, который я уже, наверное, пойму, как решать. Вот. Прикольно, что мы вот эту секреточку сейчас открыли, но она просто бонусная, просто на шмоточки. А что дальше, я пока не знаю. В любом случае, там подумаем. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, всем добра, добра. Всем ладушек, всем кеда.